Привет! Привет! С тобой Ваня Зимбицкий. Как дела? Поговорим в этом видео, как поднять... Мы поделимся кейсом нашего клиента, который провел тестирование на 4 слова в скрипте. Я поделюсь, какие 4 слова, которые влияют на продажи на 30%. Вот, я сейчас возвращался вот тут с Алисой, мы гуляли. Алиса, привет передай. Вот, и мы встретили Богдана, нашего руководителя отдела продаж, который шел со встречи. Он был на встрече с одним нашим крупным клиентом, которому мы помогли один продукт увеличить продажи за 6 месяцев в 3 раза. То есть это мы продавали, ну, они продают страхование. И этот клиент, они все тестируют. И мы им помогли наладить скрипты. Но когда они внедряли скрипты в отделе продаж, увидели сильное сопротивление со стороны менеджеров, как и обычно, собственно. Кстати, напиши плюсик, ставь чат, или у тебя есть бизнес, или ты занимаешься бизнесом, у тебя есть продажи. Вот, и Богдан говорит, вот что они сделали. Алиса, они в скрипте, то есть систему, которую мы рекомендуем в скрипте, она называется... система Straight Line, и она очень сильно базируется на тональности и на том, что на том, кто как звонит менеджер. Собственно, со скриптами и без скриптов. Так вот, они провели тест, что если менеджер в скрипте вначале говорит «Здравствуйте, как ваши дела сегодня?», то есть а в одном случае тестировали, менеджер говорит слово «Здравствуйте, как ваши дела сегодня?», в другом случае, менеджеры саботируют и не говорят. То есть они просто звонят «Здравствуйте» там, и пошли свое. Так вот, разница на большом тестировании в продажах в 30%. То есть что это значит? Это значит, что если просто в скрипт вставить 4 слова «Как ваши дела сегодня?», то есть если менеджер в начале разговора с клиентом задает вопрос «Как ваши дела сегодня?», как бы это глупо ни звучало, но продажи на 30% выше. То есть это не то, что мнение чего-то, это протестированный факт. Это очень удивительно. Сейчас я, кстати, кому будет интересно, я приглашаю на наш воркшоп по продажам, который называется «Привлечение 10X», то, как выстроить системное привлечение клиентов в свой бизнес. Он будет проходить в Киеве уже в декабре месяце, 16-18 декабря. Так вот, немного про скрипты хочу рассказать, про скрипты продаж. Скрипты... это самая такая тема, которая вызывает страшное сопротивление у всех руководителей отдела продаж, у менеджеров и даже у предпринимателей. Собственно, как мы работаем с предпринимателями, мы видим у самых неуспешных предпринимателей огромное сопротивление к любым методикам, методологиям, систематизации, процессам, ну в том числе и скриптов. И как на меня, это самое глупое вообще, что можно делать. То есть сопротивляться проверенным методикам. Давай посмотрим, что такое методики или что такое скрипт. Скрипт – это экспертно составленный речевой слоган. Что такое скрипт? Что такое методика? Методика – это экспертно составленный пошаговый процесс. Как прийти из точки А в точку Б. То есть, что мы видим? Например, у предпринимателя стоит какая-либо там цель. Я не знаю, ну, любую, взять любую цель. Там, создать, а? Что? Какая? Напиши свою цель. Алиса спрашивает. Напиши свою цель. То есть, например, ты хочешь 10 тысяч зарабатывать, да? То есть мы знаем, что нужно, чтобы бизнес приносил 10 тысяч. Что для этого надо? Какие процессы должны быть? Я точно это знаю. Вот. И у нас есть экспертно составленные процессы, то есть методики, которые помогут на это выйти. Часто мы также боремся с неким нежеланием или неверой, или нежеланием исполнять обязательства со стороны клиента. У нас тоже есть для этого процесс. То есть, если ты хочешь стать, например, твоя цель стать продуктивнее, для этого есть процесс. Мне когда-то мой первый наставник говорил следующее, Джон Асраф, он говорит: Иван, если у тебя что-то не получается, что-либо, может быть, там видео записывать не получается, или тексты продающие писать, либо продажи, если у тебя что-то не получается, он говорит, меняй процесс. Change the process, not yourself. Говорит, то есть меняй процесс, не себя. Это очень-очень важно. И мы видим, что... Алиса, хочешь сюда? На. Вот, ладно. То есть...
Давай вернемся. То есть, если в скрипте есть 4 слова, как ваши дела сегодня, то выручки больше на 30%. Если нету, выручки нету. Я недавно слушал у одного клиента нашего, слушал, как менеджеры по отделу продаж разговаривают. И, ну, просто ужас. Как бы. Мы иногда там с одним руководителем, мы садимся и начинаем слушать звонки, ну, каких-то там, не наших менеджеров, а других. Мы слушаем звонки там. Настя, вы там оставляли контакт, приходите, у нас здесь то. Как бы. То есть надо понимать, что если даже нету скрипта в отделе продаж, он все равно есть. Алиса, скрипт все равно есть, но этот скрипт не экспертно составлен. То есть, если у тебя есть точка А и точка Б, и ты движешься с точки А в точку Б, но у тебя нет методологии, только она все равно есть, просто она не экспертно составлена. Вот, собственно, это все. Ставь плюсик, ставь лайк, или это было полезно. Если да, делись с друзьями. Пиши вопросы под этим видео, я буду рад на них ответить в следующих видео. И до встречи. Помни, методологии решают. Умные методологии. Все, давай.